Люди дают клятвы и забывают о них. Придет день, тот, кто предал, будет наказан. Здесь ничего не изменилось. Изменилось. Многое изменилось. Джингис не с вами. Почему вы вместе не пришли? У Джингиса дела. Эзель предложил подвести нас. Я тоже хотел заехать к вам. Спросить, все ли по-прежнему. Все по-прежнему, тетя Мелиха? С момента нашего последнего разговора ничего не изменилось. В прошлый раз вы не познакомились с Джаном, и я привезла его к вам. Джан, поздоровайся с тетей Мелихой. Давай, сынок. Не бойся меня. Ты похож на храброго малыша. Но вы же не видите меня. Закрой глаза. Закрой. Давай. Что ты видишь? Ничего. Иди ко мне, но не открывай глаза. Иди. Давай. Прикоснись ко мне. Сейчас, вот. Вот сейчас ты видишь так же, как и я. Я вижу вот так. Молодец. Ты храбрый мальчик. Эзель, ты знаешь, где мастерская? Проводи Джана, я хочу поговорить с Эйшан. Мне надо поговорить с ней. Тетя Мелиха, если хочешь... Отведи его, сынок. Пойдем, Джан. Пойдем. Дядя Эзель, почему эта женщина такая грустная? Она многое пережила. А что именно? Я уже взрослый, дядя Эзель. Ты можешь мне рассказать. Сына. Она потеряла сына. Пойдем туда. Я решила привезти сюда Джана, к вам, к дяде Мумтазу, чтобы у него был дом. Была семья. Думайте, что хотите, тетя Мелиха. Но в то время это был мой единственный дом. Теперь у тебя есть свой дом. Дом мужа. Я не о том. Здесь... Здесь все по-другому. Этот дом мог стать твоим, Эйшан.
Когда Омер умер, нам отдали его вещи. Это принадлежало семье. Я дала его Омеру, чтобы он подарил тебе. Он этого хотел. И я хотела, чтобы ты вошла в этот дом невесткой. Может быть, это кольцо забрало у меня Омера. Может быть, если бы я не отдала его, он бы сейчас был здесь. Тетя Мелиха. Если бы Омер был здесь и снова попросил твои руки, что бы ты сказала? Захотела бы войти в наш дом? Жизнь не настолько добра, тетя Мелиха. Она не настолько снисходительна. И я не снисходительна, Ишан. Если бы Омер был жив и попросил у меня это кольцо, я не отдала бы его. Ни за что. Джан? В машине. Хорошо, тетя Мелиха. Я поняла. Вы правы. Эзель, они поладили? Не то слово. Дяде Мумтазу понравился Джан. Пусть приходит. Каждую неделю, если они поладили. Правда? Может, мы научим его тому, чему вы не научили с Джингисом. Спасибо, тетя Мелиха. И ты приходи. Будешь перед глазами. Не забывай, Эйшан. Если человек слеп, это не значит, что он многое не видит. Увидимся, тетя Мелиха. Мама, знаешь, дядя Мумтаз подарил мне инструменты. До свидания, тетя Мелиха. Мама. Сынок, что ты задумал? Почему ты преследуешь ее? Нет, мама, это она преследует меня. Ты зубы не заговаривай. Ты уходишь, ты оставляешь нас. Это твой дом, твоя семья. Мама, они услышат. Пусть слышат, Омер. Мама. Кого нам жалеть? Эту бесстыжую. Она уже отняла тебя у нас. Не преследуй ее, забудь. Мама, все не так просто. Просто. Ты умер и снова вернулся к нам. Омер, родной, расскажи все отцу и брату. Умоляю, хватит печалиться, пусть обрадуются. Останься, расскажи обо всем. Я скоро вернусь, мама. Ты думаешь, мне легко? Потерпи. Нет, не осталось ни капли терпения. Мы от горя все глаза выплакали. Хватит мучить нас, вернись, Омер. Подожди, мама. Я скоро вернусь. Вернусь. Сынок, зачем ты преследуешь эту женщину? Чтобы сделать ей больно.